Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня я вам покажу, как я замачиваю семена эпином для их скорейшего прорастания. В принципе, уже давно пора было посадить дельфиниум, но из-за того, что у нас нет подсветки, мы посадим его немножечко так попозже. Также уже с середины февраля, даже сначала, можно приступать к посадке лука, порея и репчатого. Ну и также досажу остатки земляники. Эпин экстра у нас вот был вот в таком флакончике. То есть для удобства лучше все-таки его перелить в какую-нибудь такую баночку из-под капель, и затем уже удобно дозировать по инструкции для дальнейшего использования. Соответственно, берем пол стакана воды, это 100 мл. Лучше, конечно, использовать либо дождевую воду, либо снеговую воду, то есть либо снег растопить и затем как бы немножко ее подогреть, это поставить в теплое место, чтобы она у нас нагрелась до комнатной температуры. В эту воду мы добавляем одну каплю эпина, то есть на 100 мл воды идет одна капля эпина. Далее мы, конечно, хорошенечко размешиваем, чтобы у нас эпин растворился в нашей воде. И затем уже мы приступаем к замачиванию семян. Где-то от 2 до 4 часов. Это вот такой промежуток времени, как бы рекомендован для лучшего их прорастания. Далее мы берем салфетки. Лучше, конечно, использовать такие вот салфетки, которые у нас изготовлены из ткани, которая при намокании она не расползается. Внутрь этой салфетки мы закладываем семена, эту салфетку складываем и погружаем в раствор эпина на необходимое количество часов. Ну, затем уже достаем из этого раствора, отжимаем, немножечко подсушиваем, и семена, в принципе, готовы к посадке. На одном из луков покажу, как я заворачиваю семена. Соответственно, берем, складываем, ложим семена в центр салфетки, складываем один край, складываем второй край, здесь заворачиваем, и с этой стороны также заворачиваем. Переворачиваем на эту сторону, и для удобства, чтобы нам не перепутать семена, зацепляем скрепкой. И, соответственно, на пакетик также зацепляем скрепку. И уже теперь мы знаем, где какие семена будут у нас замочены, так как луков у нас много бывает, и вот это очень удобно при посадке, точнее при замачивании. И помещаем семена в раствор. То есть вот они все семена, все они у нас в растворе находятся. В принципе, они не погружаются на самое дно, они вот по поверхности так вот располагаются. И все, ждем теперь нужное количество часов, а затем уже будем доставать из раствора и немножечко подсушим для удобства для посадки. Также еще расскажу, что вот такой лук Exhibition, он у нас обработан тирамом, поэтому все-таки его я не буду замачивать. А все остальные луки, вот, которые вот здесь находятся, они не обработаны никакими веществами, и они спокойно могут проходить вот этот процесс именно стимуляции замачивания. А вот такие семена все-таки их как бы не очень рекомендуют, хотя, в принципе, как пишут, и их можно также замачивать вот в таком растворе. Но всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости, и пока-пока, до новых встреч!